Добрый день! Представляю вам женские кроссовки немецкого бренда Lloyd. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка. Это мягкий, прочный и эластичный материал. Эти городские кроссовки прекрасно подойдут для любителей велоспорта. Модель дополнена светоотражающими элементами на подкладке, расположенной под перфорированным верхним материалом. Вставки из натуральной замши теленка создают интересный контраст бархатистой и гладкой фактур. В области пятки находится светоотражающий элемент, который при желании можно поднять. Это обеспечивает видимость велосипедиста в темноте. Шнуровка регулирует посадку на ноге. В специальное отделение на язычке можно убрать шнурки, чтобы они не попали в велосипедную цепь. В них также вплетена светоотражающая нить. Подкладка из натуральной кожи позволяет стопе дышать и меньше потеть. Материал безопасен и поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Объемная стелька из текстиля устойчива к истиранию и неприхотлива в уходе. Перфорация на ней обеспечивает хорошее прохождение воздуха. Стелька съемная. Вы можете вытащить ее и просушить, или заменить на новую. В конструкции этой пары есть карман, так называют вставку, которая укрепляет подкладку и не дает ноге скользить во время ходьбы. Толстая подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность, с ней ноги будут меньше уставать. Нескользящая подошва Power Transmitting Core обеспечивает оптимальную силу нажатия на педали, продлевая срок службы аккумуляторов электрических велосипедов за счет бережного расхода заряда. Рифленая часть протектора Pedal Grip Zone также дает велосипедисту оптимальное положение обуви на педали и препятствует скольжению. Носите эту пару в стиле уличный спорт со спортивными костюмами и толстовкой. В теплую погоду их можно сочетать с джинсовыми шортами, легким свитшотом и небольшим рюкзаком мягкой формы из нейлона. Более повседневный образ получится, если носить кроссовки с джинсами вашей любимой формы и футболкой. Модель представлена в черном цвете. Почувствуйте комфорт с вашими новыми кроссовками Lloyd.